Какая встреча! Мастер-ведьмак! Вот удача! У тебя ко мне дело? Новый заказ? Да заказ-то уже был. Несколько лет назад. Когда вы в прошлый раз были в Баклере. Я тогда оказался немного на мели, помните? Но я пообещал, что все выплачу в свое время. Что-то припоминаю. К сожалению, вы уехали еще до того, как мы рассчитались. Но я отложил ваши деньги и открыл для вас счет. Ха, какой еще счет? Сберегательный, в банке Чанфанелли. Просто зайдите к ним и заберите свои деньги. Думаю, сумма уже набежала немаленькая. Спасибо. Зайду при случае. Надо будет заглянуть в этот банк. Наш герой, Геральт Рив. Расходите. Кланяюсь вам в пояс. Прошу всех разойтись. Памятник закрыт. Что тут творится? Держи меня, пророк Лебеда. Я же сам не сдержусь. Ясно же сказано, на сегодня памятник закрыт. Постой, ты тот самый ведьмак, Геральт из Ривии. Кажется, у меня есть для тебя работа. Я видел объявление, там что-то со статуей. Дело очень деликатное, но я хорошо заплачу. Пока ничего больше не могу сказать. Ну, как? Интересно? Рассказывай, что там со статуей. Лучше раз показать, чем 100 раз рассказывать. Пойдем, сам все увидишь. Вот и он, гордость наша, Режинальд де Обре, величайший любовник, искуснейший фехтовальщик, а кроме того, виртуозный музыкант, мастер игры на арфе. Ха, что с ним не так-то? Как бы это сказать, он лишился своего достоинства. Кто-то украл яйца? У статуи? Ну, это же никакая попала статуя. Это сертифицированная копия, для отлива которой использовались подлинные гениталии Режинальда. Поэтому каждый, кто их погладит, получает необычайную любовную силу. Каждый, оплативший билет, разумеется. Ты должен найти эти яйца. Ты меня заинтриговал. Расскажи-ка мне об этом Режинальде. Долго придется рассказывать. По легенде, он спроектировал весь Баклер вместе с архитектором Фарамоном. Уже впечатляет. Точнее, именно Режинальд виртуозно распланировал точные пути отхода для застигнутых любовников. Позже он и сам ими пользовался не единожды. Не из страха, разумеется, а чтобы соперников не убивать на дуэли. Подозреваемые есть? Учитывая, что яйца Режинальда – истинное сокровище, это мог быть кто угодно. Кто от такого откажется? Ты знаешь, когда произошла кража?
пару часов назад, самое больше. Когда я проводил последних экскурсантов, это было совсем недавно, все было на месте. Мне надо осмотреться. Может, найду какие-то зацепки. Делай, что считаешь нужным, но найди яйца Реджинальда. Без них весь туристический сектор Баклера повиснет на волоске. На волоске! Спокойно, Реджинальд, спокойно. Скоро ты будешь цел и невредим. Явные следы пилы. Да, хирургически точная кастрация. Засохшее пятнышко крови. Все получится. Должно получиться. Клочок плаща, сильно надушенный одеколоном. Этот запах должен привести к вору. Рыцарь Равикс из Черторога! Болван! И вам, даже победителю турнира! Даже у такого сказочного княжества, как Тулсен? Запах ведет к этой двери. Прошу прощения, я помешал. Все не так, как кажется. Слово чести. Я только оступился, запнулся и вот упал, а она там уже лежала. Тссс! Жюс, это не он. Я клянусь, это просто неудачное стечение обстоятельств. Что? Это не мой муж. То есть, это не твой муж? Вы кто такой? И что вы делаете в моем доме? Убирайтесь, не то я гвардию позову. Повежливей, дед, я хочу с тобой поговорить. Вы, мне кажется, нам не о чем разговаривать. Да есть о чем. Должен признать, ты в замечательной форме для своего возраста. Здоровое питание и стаканчик вина по утрам прекрасно сохраняют. Интересно, а ты слышал когда-нибудь про статую Реджинальда де Абре? В этом городе каждый о нем слышал. Он же национальный герой. Похоже, ты о нем много знаешь, Жюс. А ты случайно не слышал, кто украл его яйца? Я сейчас все объясню. Это... Розалинда! Я знаю, что ты там! И ты, и твой хахаль! О, нет, еще и он. Сегодня, правда, не мой день. Попался, паршивец! Выходи на бой! Ах ты! Что делается? Розалинда, одного бы я тебя простил, но двоих за раз! Погоди, я здесь ни при чем. Думаешь, я такой наивный? Вот я тебя тучу лезть к чужим женам. Мне сейчас не до того. Иди домой. Да, так будет лучше. Я уже ушел. Не знаю, кто вы. Но без вас для меня все закончилось бы прескверно. Благодарю за спасение. Ага. Так, надо поговорить. Розалинда, любимая, ты нам позволишь?
Ну ладно, признаюсь, я украл эти яйца. И вы не поверите, но они и правда действуют. Мы с Розалиндой сегодня уже 3 раза. 3 раза? Впечатляет. А то как же в моем-то возрасте? За день больше, чем за прошлые 10 лет. И все-таки ты украл эти яйца и должен их вернуть. Послушайте, может, мы договоримся, а? Оставьте мне яйца, а я вам заплачу. Не заставляйте себя упрашивать. С ними я снова молод. Речи быть не может. Я должен забрать эти яйца. А если я оставлю их себе еще на денек или на 2? Ну, или на 3, не больше, а? Ничего не выйдет, прости. В общем, хорошо, хоть я вообще смог ими воспользоваться. Вот, забирайте. Спасибо и удачи. Я думаю, ты и без них неплохо справишься. Но это солнечный свет, заключенный в воде. И как? Нашел ты причиндалы Реджинальда? Ага, и вернул их. Ущипни меня, пророк Лебеда! Это и правда они! Надеюсь, эта скромная награда все-таки выразит всю мою признательность. Забегай завтра на торжественное открытие и погладь Реджинальда. Абсолютно бесплатно. Я плачу. Спасибо за помощь. Да наградит тебя потомством святой Лебеда. Шершавые пятки Лебеды. Ну и жога у меня. Чудовищное бестие совершит. Привет. Ведьмак из школы Волка в Тусенте. Привет. Я Лазарь Лафар. Геральт из Ривии. Откуда столько радости? Есть работа? А то! И речь не об охоте на чудовищ, но тебе будет интересно. Я кузнец, и давно уже разыскиваю чертежи ведьмачьего доспеха невероятной прочности, уровня великого мастера. Что-то слышал о таких, но никогда не видел. Думаю, они утеряны. А вот и не совсем. Мне повезло узнать, что их владельцы приехали в Тусент. Увы, они погибли, но я знаю, где. Теперь мне осталось найти напарника для поисков. Если знаешь, где искать, то почему сам туда не сходишь? Я похож на бывалого авантюриста. Без обид. К тому же, кто будет выполнять заказы моих клиентов, если я уйду на поиски? Нет. Я лучше доверю это дело кому-нибудь более опытному. Принеси мне чертежи,
а я тебе выкую, что захочешь. Все эти чертежи каким-то образом оказались в Тусенте. Как это вообще возможно? В Тусенте некогда жил легендарный эльфский кузнец Тиен Саэль. Он давно уже умер, но когда-то ведьмаки со всего света приезжали к нему, чтобы заказать себе доспехи. Слышал. Говорят, он был самым лучшим. Так и работа стоила фантастических денег. Ведьмаки брались за сложнейшие задания, чтобы заплатить за его творение. Некоторым не повезло, и теперь их чертежи гниют вместе с их бренными останками. Я понял. Где останки, там и чертежи. Только как понять, где искать останки? Так случилось, что я был в учениках у Тиен Саэля. И все истории о погибших ведьмаках знаю из первых рук. То, что он мне рассказал... Скажем, это отбило мне охоту самому искать чертежи. Давай так договоримся. Я расскажу тебе все, что знаю, а ты найдешь чертежи и позволишь мне их скопировать. Как так получилось, что эльфский мастер взял ученики человека? Мой отец ковал доспехи, а я с детства ему помогал. Мастер Тиен Саэль как-то увидел мою работу и предложил пойти к нему в ученики. Только теперь, спустя многие годы, я понимаю, какая это была честь. Увы, мой учитель погиб во время погрома. Он научил меня всему, что знал, но мне не удалось при его жизни сдать экзамен в гильдии и самому стать великим мастером. Я знаю, что в этом ремесле мне нет равных. Но пока я не выкую ведьмачий доспех, достойный великого мастера, я не буду уверен, что стал равен учителю. Где мне искать чертежи? Мне известно о 5 погибших ведьмаках. Все из разных школ. Волка, Грифона, Кота, Медведя и Мантикоры. С которого начнем? Расскажи о ведьмаке из школы Волка. Его звали Адон. Я хорошо его помню. Учитель даже помог ему найти трудный, но хорошо оплачиваемый заказ. Незадолго до того в Тусент прибыли археологи из Кастель-Грапиана. Они расспрашивали учителя об эльфских руинах в Термесе. Он предупредил их, что места там опасные, и посоветовал нанять Адона охранником. Не знаешь, какие опасности он имел в виду? По легенде, в подземельях Термеса обитают призраки. Не знаю, правда ли это. Но оба ученых и ведьмак сгинули без следа. Расскажи ведьмаке из школы Кота. Год назад княжеский бронник Делане обратился ко мне с просьбой подтвердить подлинность присланного ему ведьмачьего чертежа. Он работал над новым доспехом для гвардии, а какой-то ведьмак из школы Кота хотел продать ему чертежи полного снаряжения, что было бы очень кстати. Это действительно был ведьмачий чертеж? Вне всякого сомнения. Жаль, Делане не разрешил мне его скопировать. Он был очень взволнован. Боялся, что ведьмак просто убьет его и заберет деньги. Не исключено, что боялся он не зря. Вскоре после этого Делане исчез без следа. Я бы поискал зацепки в его доме, но его жилище пришло в запустение, и теперь туда и зайти-то опасно. Расскажи о ведьмаке из школы Медведя. Он появился вскоре после того, как мастер Тиен Саэль взял меня в ученики.
Я помню огромного ведьмака с медальоном в виде медвежьей головы. Он торговался, как базарная баба. У ведьмаков не бывает лишних денег. Да, и этот явно не был богат. Но он обещал, что скоро получит нужную сумму. Он взялся за заказ на винограднике Туфо, где дом развалился. Время прошло, медведь так и не вернулся, а учитель отправил меня в имение Туфо. Оказалось, ведьмак действительно принял заказ, но больше о нем никто ничего не слышал. И это все, что я знаю. Расскажи о ведьмаке из школы Грифона. Он приходил лет 200 назад, но учитель хорошо его помнил. Этот ведьмак не был так эмоционален, как многие его коллеги. Он взял какой-то заказ в форте Усар, и ему было нужно снаряжение получше. Он показал учителю чертежи, внес задаток, и больше его не видели. Говорят, однажды ночью он выехал из форта и не вернулся. А куда он мог поехать? Говорят, он очень торопился, так что, может быть, в спешке что-то оставил. Стоит поискать в Усаре, хотя теперь форт лежит в руинах. Школа Мантикоры. Я мало что о ней знаю, хотя приходилось носить выкованные для этой школы доспехи. Учитель говорил, что крепость Мантикор была далеко на востоке. Лет 100 назад оттуда приехал один ведьмак, некий Мертен. Он произвел нехорошее впечатление на моего учителя. Вонял, как краснолюдская винокурня, и все время лез в драку. Тиен Саэль захлопнул дверь у него перед носом и сказал вернуться, когда протрезвеет. Он не вел дел с пьяными. А ведьмак так и не вернулся. Люди говорят, что он спьяну сцепился с княжеской гвардией. Его арестовали и тут же казнили. Тюрьма Бастой, где его держали, уже давно разрушена. Но, может, оттуда стоит начать поиски? Покажи мне свои товары. Бывай. Жертвы собственной трусости! Бестий!